находимся у усадьбы Казанцева. Казанцева – купеческая элита 19 века в городе Екатеринбург. Если бы в 19 веке писали книги мотивационного характера вроде «7 навыков высокоэффективных людей», то они бы рассказали 7 принципов ведения дел в России. Ценности жителей этого дома понятны нам и сегодня. Качественное образование, доступная культура и просвещение, экономическое развитие и прозрачный бюджет города. Именно здесь, в Екатеринбурге, появился первый частный театр, частный кинотеатр, сад открытый для публики и проводились, естественно, научные лекции. Сегодня мы говорим о стартапах, а владельцы этого дома предложили и реализовали идею первого городского театра, оперного театра и художественно-промышленной школы в Екатеринбурге. Еще одна усадьба исторического района Царский мост – это усадьба купцов Первушин. Первушины занимались мукомольным делом и были успешными предпринимателями. Девиз их был «За достоинство товара ручаюсь». В принципе, усадьба неплохо сохранилась. И даже сохранился немного старинный усадебный сад. Там можно найти несколько старых деревьев. И мы бы хотели, чтобы эти деревья сохранились. И этот уголок был доступен для посещения жителями нашего города. В настоящее время, к сожалению, усадьба пустует. Но мы бы хотели, чтобы там разместился деловой клуб, музеем предпринимательства, доступный всем горожанам. Мы благодарим Музей истории Екатеринбурга за поддержку проекта «Школа наследия», девиз которого «Каждому дому по хранителю».